Добрый вечер, дорогие подписчики, с вами Джейден, и добро пожаловать в игру Skyrim. Сегодня, ребят, мы посмотрим на моды для настоящих дворфов, в чьих жилах течет драгоценное злато, а золотых слитков в инвентаре всегда окажется маловато. Первый мод на расу двемеров, который обладает очень мощной пассивной способностью подчинять время своей воле. Но эта великая сила имеет свою цену. Способность крайне нестабильная, и если часто ее юзать, она будет отнимать здоровье. Но этот минус в дальнейшем закрывается тем, что вы будете прокачивать своего двемера на максимальный уровень подчинения способности. Расу двемера можно выбрать так же, как и стандартные расы, начав новую игру, либо с помощью команды, вызывающей меню расы. Следующий мод, ребята, называется силовая броня дворфов. Не путайте это с экзоскелетом, на который я уже делал обзор. Это совсем другая броника. Огромная, механическая, тяжелая броня, разработанная двемерами и питаемая Этерием. Была создана много веков назад в кузнице Этерии. Получить вы сможете ее в Мзулфте, где придется победить высшего эльфа, который и украл эту, собственно, броню у двемеров. Набор анимированных шлемов дворфов, он так и называется. Ну странно, что не двемерских, хотя, скорее всего, это то же самое. Но суть не меняет, мод добавляет 5 анимированных шлемов, каждый из которых имеет свою движущуюся деталь. Гимли бы за такой шлем все свои драгоценности продал. Куется в кузнице, либо через меню предмета модов можно получить, так будет проще. Двемерский дом-куб. Это портативный домик у вас в кармане. Получить вы сможете его в секретном месте, неподалеку от храма Азуры. Подробнее можете рассмотреть на скриншоте. Внутри есть все самое необходимое для выживания настоящему двемеру. Уникальная двемерская технология позволяет носить дворфам свой дом в рюкзаке. Только вот для того, чтобы туда попасть, вам, скорее всего, нужно будет попросить помощи у Арагорна. Ломай меня полностью. Что? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Да. Извращенец, что? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Извращенец? Ты сможешь? Довольно маленький мод, но зато прикольный и годный. Это курсор. Двемерский курсор. Есть вариант сделать его в 2 раза больше. То есть увеличить. Но мне, в принципе, хватает такой. Ништяк. Прикольно. Анимировано. Ну и все. Курсор, курсор, чё бубнить-то? На этом сегодня я с вами прощаюсь, братья мои дворфы. Как всегда, с вами был Дарфинду Двемера Джаидус. Поддержи меня лайком, комментом и поделись ролик с друзьями, если не трудно. Давай наше двемерское крепкое рукопожатие, бро. Еще услышимся, братец. Мы бредем через мглистый гор хребет в пещеры, где не брезжит свет. Наш путь лежит сквозь тьмы гранит, чтобы найти злато в пути.